Этот человек остался между небом и землей. Здесь депортировали, а там не принимают. И куда его? Безвидного. Они гнобят его в тюрьме. Я уверена, что мы вот хотим здесь плакать. Я в прошлый раз видела ваше выступление. Да я здесь первый раз. Другие выступали, другая делегация была. Помощь! Полиция заключенным! Помощь полицейским! Помощь полицейским! Помощь полицейским! Скажите, пожалуйста, спасибо. Вы снимаете для себя или да? И мы должны использовать тот факт, что наши власти трусливы. Только увидели массовый выход граждан, тут же человека признали невиновным и его отпустили. И это победа протестных масс. Спасибо, Вера. Азата Мистахова. Помощь политзаключенным! Я и говорю, что вы четвертая власть, а вас особенно будут уничтожать путем фальсификации, в том числе. В Китае тоже нету четвертой власти, я считаю. Ну там расстрел за такую коррупцию, там расстрел. Давайте тогда сделаем расстрел за это. Там 156 место в мире по коррупции. Так правильно. А потому что они знают, что свободу слова можно заменить только ужесточением, расстрелом. Вот и все, они правильно делают. За Андрея Евгеньевна никто не вступился. Его работодатель сразу бросил его на распоряжение этого самого Евгеньевна, которому вы помогали находить Ивана Балагана. К счастью, у вас ничего не получилось. Я очень надеюсь, что вы сделаете такой проигрыш и слушаете на активной стороне. Закончить я хотел бы не придумать. Все же идет на этом месте, где были самые жаркие споры. По поводу того, что дорожные информационные объяснения на представителей правосудия Потому что у нас когда они были в самом, 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 они были в
председатель профсоюза журналистов Игорь Ясин. Он не понаслышке знает, что такое преследование журналистов. Он один из немногих журналистов, который не побоялся занять честную гражданскую позицию. Думаю, именно такие журналисты нам и нужны. Нам нужны журналисты, которые не боятся. Только благодаря солидарности профессионального сообщества. Буквально пару месяцев назад наш коллега за происходящими процессами со стороны, как журналист. Но дело Голунова, а дают фейковые митинги, чтобы спустить пар и направить недовольство в безопасное для них русло. Гражданские права журналистов. А для этого нам нужны собственные независимые организации. Невозможно каждый раз, сталкиваясь с проблемой, хаотично и спонтанно создавать, организовывать защиту и оборону. Либо создать свою собственную организацию, и мы поддержим вас. Поддержим, чтобы не было больше дел Голунова. Давайте создавать их и строить вместе. Свободу журналистам, свободу активистам! Женя, его пытали шуруповертом и просто били. Обвинение оказалось настолько плохо сфабрикованным. Свидетель больше года не давал показаний, якобы потому, что у него разрядился телефон и были другие дела. Несмотря на всю вздорность этих оснований, Азату уже несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Так его младшей сестре угрожали, что она не сможет никуда поступить учиться после того, как она расклеивала стикеры. Я призываю привлечь к ответственности виновных в пытках Азата и публикации его дела. Так устроена действующая власть, что чтобы отбить одного парня, журналиста-расследователя, должна стоять на ушах вся страна, а его коллеги должны круглосуточно дежурить у здания полиции в Москве. И чтобы отстоять наши права, нужно выходить на митинги. Я хочу сказать, что каждый из нас, пришедший сюда, нежелателен для власти. Власть не любит видеть свободомыслящих людей. Просто. Достаточно росчерка пера Генеральной прокуратуры. Это произошло с «Открытой России» и Антонова из Краснодара. Анастасию Шевченко судят за то, что она вместо умирающего ребенка женщину. Как он чувствует себя в этот момент? Стоит ли очередная звездочка на погонах такой сделки с совестью? Каждый из нас может стать государством для государства. И против каждого, к сожалению, политических заключенных в России слишком много, чтобы перечислить их здесь. Но мы должны помнить имя каждого. Мы – Анастасия Шевченко. Свобода Кремля отправляет всю Россию далеко за пределы МКАДа. Сейчас на своих родителей за границей, потому что они не связывают свое будущее с будущим нашей любимой страны. Они ее ненавидят, и они являются русофобами. Вот просто это. Мы вышли на эту сцену. Обратите внимание на то, что происходит в гражданстве. Это наш север. Если мы не отстаем, если мы отстающие. Его не видел, но, пожалуйста, помните, как было в Священном Писании. Кто заткнет ухо свое...